Екатерина Гусева рассказала о секретах многолетнего брака. Актриса 27 лет замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным, владельцем фирмы, которая занимается изготовлением декораций для спектаклей и шоу. У пары двое детей – 24-летний Алексей и 12-летняя Анна. «Наверное, браки совершаются на небесах. Я так дорожу мужем. Я себя уже не представляю без него. За это время мы срослись воедино», – поделилась актриса. Екатерина уверена, что с милым рай и в шалаше. Главное чувство – смирение, всепрощение, все наши христианские понятия – они в семейной жизни необходимы. Вот на них и нужно опираться, а не на то яркое чувство, которое когда-то возникло. Оно же ведь перестает. Любовь – это когда я отдаю, а не эгоизм – мой, моя. Это смелость дать свободу, а когда она есть, то совершенно ее не хочется. А вообще любовь нужно принять, сделать своей судьбой и не отпустить. Встретить любовь дано каждому, рассказала Екатерина Гусева.